Телиа тестирует первый в мире кинотеатр с трансляцией фильмов по 5G. Индивидуальные пользователи уже имеют возможность смотреть потоковое видео на экранах смартфонов, используя подключение к сотовой сети. Чтобы использовать эту технологию на большом экране кинотеатра с высокими требованиями к разрешению и качеству изображения, необходимо подключение с большей пропускной способностью и малыми задержками. По мнению компании Audion, владеющей большой сетью кинотеатров, и норвежского оператора сотовой связи Telia, на эту роль подходит подключение 5G. Партнеры уже ввели в эксплуатацию первый в мире кинотеатр 5G. Демонстрируемые в нем фильмы передаются по сети 5G. Первоначально в кинотеатре Audion в Осло подключение 5G использовалось для передачи видео, которое сохранялось на локальном сервере для последующего воспроизведения. Сейчас демонстрация видео идет вживую, то есть непосредственно из сети. Как утверждается, новая сеть справляется с возложенной на нее задачей. Таким образом, практически подтверждено, что беспроводная связь 5G с высокой пропускной способностью может быть жизнеспособной альтернативой локальному хранилищу даже в коммерческих условиях, где буферизация или ухудшение аудиовизуального восприятия будут проблемами для сотен зрителей одновременно. В то время как сети 4G LTE могут поддерживать нынешние видеопотоки 720p, фильмы в кинотеатрах обычно демонстрируются с разрешением 4K и с гораздо меньшим сжатием. Прямая трансляция видео 4K с приемлемой частотой кадров в тестах Audion и Telia выполняется со скоростью 2,2 гигабита в секунду, что в 5-20 раз превышает пропускную способность типичных потребительских сетей 4G. Более того, этот показатель выше, чем пропускная способность проводных подключений в кинотеатре. При этом оборудование 5G в кинотеатре не только удовлетворяет собственные потребности кинотеатра, но и обеспечивает гостевой доступ к Wi-Fi внутри здания. Низкие задержки делают подключение 5G подходящим не только для просмотра фильмов, но и для трансляции событий, происходящих в прямом эфире.